Great to see you. Джастин Трюдо решил пойти в ва-банк, пытаясь сохранить своих леворадикалов у власти. Он проталкивает драконовскую реформу по установлению онлайн-цензуры. Все под предлогом защиты. А по факту ради борьбы с народным недовольством. Речь идет о создании системы доносительства друг на друга. Например, любой житель Канады может получить до 20 тысяч долларов за донос на другого, если за ним подтвердится факт совершения преступлений на почве ненависти. Сюда может попасть что угодно. Обвиняемый же обязан заплатить до 50 тысяч долларов штрафа. Так что система стукачества сама себя профинансирует, и еще 30 тысяч останется у Трюдо на кармане. Виновным грозят и сроки, вплоть до пожизненных. Это годы тюрьмы за еще несовершенное преступление, если есть подозрение, что оно произойдет. Закон имеет и обратную силу в отношении неполиткорректных постов в интернете, появившихся до его принятия. Создается такой цифровой концлагерь сейчас не просто так. В 2025 году выборы, а рейтинг Трюдо упал ниже 30%. Ситуация в Канаде стремительно ухудшается с наплывом нелегалов, недоступностью жилья из-за дороговизны, кризисом в здравоохранении с очередями в 30 недель к врачам. А Королевская канадская полиция прогнозирует, что в период следующего экономического кризиса страна может оказаться в шаге от гражданской войны. 2 года назад всю Канаду уже парализовал бунт дальнобойщиков, и это еще были только цветочки. Впрочем, нынешнее закручивание гаек скорее лишь усугубит ситуацию и приблизит дестабилизацию Канады с восстаниями против Трюдо.